Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом учета расходов по ОСН в связи с тестированием работников на предмет наличия коронавируса, а также на предмет наличия антител от коронавируса. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. Рассматривая эту ситуацию, Минфин указывает на то, что положение главы об ОСН допускает возможность учета расходов на тестирование работников в связи с коронавирусом. При этом необходимо соблюдение определенного условия, а именно, что такое тестирование обусловлено требованиями нормативных актов. Ну и также Минфин указывает на то, что учет расходов в связи с тестированием работников возможен на основании подпункта 40 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса. Таким образом, налогоплательщикам, которые применяют упрощенную систему налогообложения, а также тестируют своих работников в связи с коронавирусной инфекцией, им необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч!